Генеральный спонсор прогноза погоды – торговая марка «Помпа». В четверг в Самарской области ясно, осадки маловероятны, также жарко, плюс 31, плюс 33 днем, ночью 20-22 градуса выше 0. Ветер южный, юго-западный, скорость 3-5 метров в секунду. В Сызрани солнечно, днем плюс 31 градус, ночью плюс 22, южный ветер, скорость 5 метров в секунду. В Тольятти безоблачно, днем плюс 31, ночью плюс 22 градуса, юго-западный ветер 4 метра в секунду. В Самаре ясное небо и без осадков, плюс 31 градус в дневное время, ночью плюс 19, ветер юго-западный 4 метра в секунду, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Температура воды в реке Волга 25 градусов, в геомагнитном поле небольшие возмущения, слабая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.